Дорогие друзья, сегодня к нам, к сожалению, пришла еще одна печальная новость, с которой мы бы хотели поделиться с вами. Сегодня проходили съемки одного из самых модных шоу на одном из телеканалов. Там принимала участие российская актриса и телеведущая Ксения Собчак. В один момент Ксения Собчак споткнулась об провода от микрофона и упала на сцену, тем самым повредив руку и ногу. Съемки были приостановлены, были вызваны медики, которые пытались обработать раны Ксении Собчак. Но Ксения Собчак сильно кричала от боли, поэтому медики вызвали скорую помощь и госпитализировали Ксению Собчак в одну из больниц, где она сейчас находится. После обследования врачи диагностировали Ксении Собчак сильный ушиб ноги и вывих руки. Друзья, давайте будем надеяться, что Ксении Собчак все будет хорошо, и врачи отпустят ее домой, чтобы она проходила свое лечение дома. Давайте будем надеяться, что лечение будет недолгим, и мы вновь скоро увидим Ксению Собчак на экранах нашего телевизора. Подпишитесь на наш канал, друзья. Оцените нашу работу, которую мы делаем для вас каждый день. Мы ведь с вами не хотим прощаться. Мы лишь говорим вам до скорых встреч в наших выпусках.